день. Я журналист газеты «Даракчи». Меня зовут Сурия Магдеева. Я хочу задать свой вопрос и привести свой личный пример, чтобы никто из присутствующих не думал, что я говорю голословно. Я сама являюсь лицом без гражданства, проживаю в Узбекистане с 1993 года. И мой вопрос такой: почему система получения гражданства лишена системы информирования граждан о том, на каком процессе находится рассмотрение их документов? Я сама подала документы на гражданство в 2018 году. И до сих пор я не получила никакого ответа, на каком этапе они находятся. Почему нельзя сказать человеку о том, что его документы получены, что он получит гражданство и не получит? По каким причинам он его не получит? Только в этом году, когда я обратилась на портал президента, произошли какие-то подвижки. Мои документы были отправлены в Наманган, потому что я раньше проживала там. Потом они вернулись опять в Ташкент. Я снова их пересдала, но опять не получаю никакого ответа. Почему граждане, которые подают документы на гражданство, годами остаются в неведении? На каком этапе находится рассмотрение их документов? Рахмат, если можно, ответьте, пожалуйста, на русском. Если можно. Bu savolga bo'lim boshlig'i Marhamat Karimov javob beradi. Faqat umumiy masala bo'yicha to'xtalinglar, matbuot anjumanida xususiy masalalarni muhokama qilmaymiz. O'zlariga keyin alohida javob berishingiz mumkin, lekin tartib qanday bo'ladi? Murojaat qilganda qanday javob berilishi bo'yicha bir ma'lumot bersangiz yaxshi bo'ladi. Спасибо большое за вопрос. Все знаем, что по закону о гражданстве Республики Узбекистан рассмотрение о приеме гражданства по вопросу обращения по вопросу гражданства осуществляется в течение года. И по вашему вопросу мы уже все документы рассматривали и все возвращали тот, который новый закон до 2005 года. Кто сейчас? Я приехала в 93 году в Узбекистан. Это в 93 году у нас тоже такой был инцидент, что в 93 году все по закону, нынешним законам надо было доказать, тот, кто приехал до 95 года, тот, кто приехал, они должны были доказать, что приехали и прописаны в Узбекистане. Насчет этого мы уже, по-моему, 24 тысячи человек признали как гражданин Республики Узбекистан. Если доказательства нет, это определялось судебным порядке, и наш механизм уже работает. По вашему вопросу, ваши документы, мы с вами как говорили, ваши вопросы, документы находятся сейчас на рассмотрении на Наманганской области. И... Они не должны быть находиться на рассмотрении на Наманганской области, потому что я проживаю и прописана постоянно в Ташкенте. Нет, раньше первый раз, когда на Наманганской области были, вы выдали документы, как до 93 года приехали в Наманганскую область, да? Можно мой вопрос не затрагивать лично, я просто хочу узнать, потому что многие граждане, которые так же, как и я, сдали документы, годами находятся в неведении. Может быть, человек бы пересмотрел уже свои приоритеты, уехал в другую страну, но они годами ждут и не получают никакого ответа. Неужели нельзя ввести систему информирования? Хотя бы прислать человеку смс, что ваши документы на рассмотрение на таком-то этапе. Я три года не получаю никакого ответа. И думаю, что многие граждане также в такой ситуации находятся. Это ваш вопрос уже рассматривается как ходы, где находятся документы и где находятся заявления, как ваше гражданство. Документы уже на рассмотрение уже идет. Уже недавно будут запущены, как человек будет сдать документы, его документы где находятся, каким инстанциям рассматриваются и аппарат президента. Отправили или нет, вот это будет информировано, как положено по... Мархамат, микрофон дозвателя, зал дагим тахасладим, фикер борыка, мархамат. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, уважаемые участники брифинга. Сурьяпа, я представлюсь, я начальник отдела управления миграцией и оформления гражданства Главного управления внутренних дел города Ташкента, подполковник Санжар Касымов. Мы с вами несколько раз общались. Да, это очень такой щепетильный вопрос задали. Во-первых, это вас лично касается. Как ранее было известно, раньше мы подавали по старому, который уже упразднился, закону о гражданстве Республики Узбекистан, сдавали документы. Этот процесс был очень длительный.
очень длительно рассматривался. Сейчас вот эти все вопросы очень либерализируются, и, соответственно, эти документы копились годами. Для того, чтобы нам определить, подпадает он под гражданство Республики Узбекистан, или подпадает, или мы, как бы вам высказать, или можно принять лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Узбекистан, в гражданстве Республики Узбекистан, есть наши проверочные процедуры, которые являются, к сожалению, только для служебного пользования. Но этот вопрос сейчас либерализировался, он очень открыт. Мы делаем механизм, чтобы поэтапно все, вот это, все вот эти процессы информировать. Есть такие моменты, которые являются нашими проверочными внутренними процедурами. То есть мы пошагово проверяем. А от вас зависит цепочку, непрерывную цепочку предоставить, непрерывное проживание на территории Республики Узбекистан. Поэтому в вашем случае ваши документы сейчас направлены на Наманган, но, по ходу я вам объяснял, в течение месяца ваш вопрос будет уже, вам дан ответ уже будет, потому что сейчас у вас уже по-иному будем мы вам подавать на гражданство. Вы подавали на прием гражданства, а мы уже будем рассматривать ваш вопрос как как признание гражданства. Вы будете уже признаны гражданом Республики Узбекистан. Я понимаю, вы ждете. Разрешите, я дополню. Разрешите, я дополню. Это уже упраздняется. Вот в течение месяца-два уже все будет ясно. Все вот этот механизм будет показан весь. Разрешите, я дополню по вопросу, по общему вопросу для информирования лиц без гражданства, где, в каком состоянии находится его дело и каким органом проверяется. Вы имели этот вопрос, правильно? На основании 557-го постановления Кабинета министров у нас сейчас внедрена система Е-Фукора, то есть Е-гражданство, электронная система. В данный момент мы прорабатываем вопрос. В данный момент эта система в ходе наладки. В недавнем будущем мы будем информировать, и граждане по своей сотовым телефоном, например, могут смотреть, если они сдали документ на приобретение гражданства, на основании ЕФКОРО, они могут онлайн видеть, в каком месте, каким органом в данный момент рассматривается дело. Это будем считать в течение месяца-двух, максимум мы запустим эту систему.